Так, сдохни. Давай, 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 дохни. Красавчик. Возвращаемся в кафешку. На всякий случай. Что это? Успокойтесь, леди. Я не зомби. Меня зовут Карлос. Капрал отдела по борьбе с биологической опасностью корпорации Umbrella. А как тебя зовут? Джилл. Ты только что сказал, что принадлежишь к войскам корпорации? Да, мы прилетели сюда, чтобы спасти гражданских. Но все пошло не так в тот момент, как мы приземлились. Так, а вот он, тут как тут, немец. Что мы выберем? Выбираем спрятаться на кухне. Пригнись! С ума сошла! Ты могла пожарить нас обоих! Рвануло круто. Берем еще часть пистолета. Отлично. Часть оружия, казенная часть и магазин. Оружие невозможно собрать только из этих частей. Я должна тебя кое о чем спросить. Зачем корпорация прислала сюда твою команду? Мы должны спасти гражданских. Как мило с вашей стороны, учитывая, что все это развязала именно корпорация и эти лжецы. Смотри, мы всего лишь наемники. Мы делаем то, что нам скажут. Не время разговаривать. Если ты мне веришь, присоединяйся к нам. Подумай об этом. Опа, опа, опа. Так, 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 так. Ты мне здесь не нужен вообще. Цапнул все-таки, засранец. Так. Что мы можем сделать пистолет, интересно, или еще нужны детали? Так.
А у нас что, аптечек нет? Тогда плохо. Отлично. Так, этот пистолет можно убрать. Такс, интересно. Здесь у нас еще здесь. Так. Да чтоб тебя. Отлично. Кстати, мы посмотрели пистолет. Так, проверить. STI Eagle 6.0. Оружие создано для соревнований. Стреляет патронами 9 мм. Так, вижу документ. Фотография Б. Фотография зомби. На обороте надпись. Сенсация. Так, давайте подвинем. К щитку не подается питание. Включить подачу энергии. Это выключатель жалюзи. Повернуть его. Интересно, он сюда забежит или нет? Воу-воу! Из окна видна узкая улочка. Опа, опа, ах ты, засранец. Так, придется аптечку взять. Отлично. Так, что берем? Порох. Ладно, пока не буду соединять. Вокруг разбросаны записи о последних происшествиях. Так, что ты не берешь-то? Фотография С. Полиция уничтожена. Записка репортера.
Наконец-то я нашел доказательства того, что в этой городе действительно свирепствует болезнь каннибалов. Один человек на самом деле загрыз нескольких людей до смерти. Он был похож на животное, впивающееся в свою жертву. Это было отвратительно, хотя ходят слухи, что сейчас уже многие заражены этой болезнью. Однако, причины болезни еще неизвестны. Еще одна тайна, мне придется проверить это. В связи с болезнью каннибалов в Ракун-Сити введено военное положение. Я потерял связь с СМИ из других городов, но я не собираюсь сдаваться. Я журналист. Я не могу просто закрыть глаза и уйти. Это мой долг. Я не думаю, что болезнь уже распространилась по всей стране. Мне кажется, что именно в этом городе можно узнать о происхождении этой болезни и найти способ лечения. На самом деле, я в этом уверен. Армия блокировала выходы из города, чтобы помешать распространению болезни. Большинство жителей уже заразилось и умерли. Я знаю, карантин – это правильное решение, но не могу удержаться от жалости к себе. Неважно, если я заражусь или если меня съедят, моя судьба уже решена. Журналистика – это все, что у меня осталось. Я не сдамся, пока не открою тайну этой смертельной болезни. Недавно я узнал, что болезнь не передается по воздуху. Так, ну хоть радует, что Немезис сюда не забежал и дает нам шанс тут полазить. Ну, в принципе, вроде как здесь все, что ли? Да что-то застряло-то. Так. Взять зеленый камень. Отлично. Зеленый изумруд. У нас есть еще синий. Надо его взять. Только там бегает у нас Немезис. Опа! Как он так тихо-то зашел? Так, здесь еще не посмотрели. Эксклюзивная информация. Происшествие в горах Арклая расследовано. Это, кстати, вот происшествие из первой части. Как раз действия происходили в горах. Так, здесь у нас ничего нету, да? Закрыто с другой стороны. Ничего лежат. Патроны, отлично. Патрончики. Больше у тебя ничего нет. Время работы с 9 до 17. Ворота закрываются автоматически. Неработающие часы. На циферблате не хватает двух камней. Вот и как раз камни, которые нам нужно ставить. Мы взяли вот зеленый. Не хватает еще одного. Похоже, этого недостаточно, чтобы заставить это устройство работать. Так, ну что, давайте сбегаем за еще одним. Тут у нас ничего не делается. За вторым камнем. У нас в ящике там выложены. Все, Немезис, похоже, от нас отстал пока на время. Так, давайте порох мы выложим, пускай пока полежит. Где же камень-то? Вот он.
Камешек перезарядим. Отлично. А, все-таки здесь он. Ну что, тогда надо сейчас по бырику вставить камень. Ай-яй-яй. Так, 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 так. Отлично, ворота открылись. Бегом туда. Дверь закрыта с другой стороны, не открывается. Так, здесь у нас пусто. По-любому чувачок этот живой. Сейчас мы его... Нет? Мертвый, что? А ты? Так, на кого-то она там поворачивает. Угу. Ой-ой-ой-ой. Живой, живой. Да падай, падай ты уже. Есть, отлично. Так, а тебя мы будем добивать пистолетом, значит. На него вот она целилась, похоже. Давай, давай, дохни. Ну сколько тебя еще бить-то? А, все. Отлично. Опа, еще живой. Так. Хедшот. Берем зеленую траву. Отлично, аптечки. Пока смешивать не буду. Травмы, полученные им, несовместимы с жизнью. Так здорово они так облепили бочку. Проход забаррикадирован. Закрыто с другой стороны.
Воу. Живучий-то. Сейчас я вас... Один готов. Вторая готова. Можно было, кстати, в бочку выстрелить. Ну, ладно. Они больше не работают. Записка механика. Кевин, я знаю, тебя пугает эта работа, так что хочу рассказать, как тебе нужно общаться с твоими поездами. Эти штуки были сделаны в 1968 году и импортированы из Европы. Они... Чего там? Простые, что ли? Простые, мощные и прочные. Иногда шатаются, но работают. Мы всегда можем положиться на них, если они начинают работать плохо. Проверь проводку. Когда поймешь, в чем проблема, то сможешь легко ее устранить. Я уверен, ты сможешь избежать всех этих неполадок, если будешь каждый день проводить осмотр. А если станешь забывать, проблемы не заставят тебя ждать. Помни, если тебе нужно заменить что-нибудь, подбери подходящую деталь. Подходящая не обязательно та же самая, а та, которая будет хорошо работать. То же самое относится и к маслу. Этим поездам всегда требуется качественное масло. Помни, Кевин. Один человек может предать другого человека, но машина не предаст. Так, некоторые части, похоже, не в порядке. Силовой кабель отсоединен, предохранитель сломан, улучшенное масло израсходовано. Понятно. Нам нужно будет это все найти. Силовой кабель у нас есть уже. Ты из отряда спасателей, так? Я только что встретила одного из твоей команды, Карлоса. Как такая девчонка, как ты, смогла уцелеть? Ты о чем? Я не из гражданских, я работаю на Старс. Старс? Ты имеешь в виду специальное подразделение департамента полиции? Эй, там есть раненые? Так... Выглядит хреново. Они идут. Приготовься. Стреляйте, огонь! Держитесь вместе! Успокойся. Теперь ты в безопасности. Все будет хорошо. Да, этот чувак ранен сильно и бредит. Нет, не подходите. Держитесь подальше. Ну что, Джилл, ты поможешь нам выбраться? Похоже, мы единственные, кто выжил. Мы должны действовать заодно. Нет, мы не можем ей доверять. Почему? Но, сержант, нам нужна ее помощь. Понимаете, что нас всего трое? Вы, я и лейтенант Михаил. И Михаил тяжело ранен. Если мы не будем сотрудничать, нам ни за что не выполнить задание. Хорошо. Тогда давайте решим, что делать. Нам нужно попасть к башне с часами. Туда должен прилететь вертолет эвакуации. Когда мы попадем туда и дадим сигнал, вертолет прилетит и вытащит нас отсюда. Длинный путь. Вряд ли мы сможем добраться пешком. Главная беда в том, что зона посадки отрезана от нас пожаром. Итак, мы можем попасть туда только на фуникулёре. Зато он может послужить щитом на самых тяжелых участках. Должно сработать. Хороший план, сэр.
Отлично, ребята, в путь. Джилл, надень это. Так, познакомились вот мы с наемниками. Общими усилиями договорились выбраться отсюда. Карлос дал нам подсумок. Теперь у нас побольше места стало на две ячейки. Ключ разводной взяли. Так, проверить. Инструмент для шестигранных предметов и болтов. Ухоженная комната управления. Так, ну что, нам теперь нужно найти... кабель силовой у нас есть. Теперь нужно найти масло. И что там еще? Предохранитель. Давайте сбегаем за кабелем, наверное. Ставим его сразу сюда. Потом начнем собирать остальное.